вся мебель – это доля областного бюджета. И всем классам, да. 1 сентября у нас все кабинеты уже были готовы. Компания Еврохим уже договорились, Кванториум на базе Кингисеппа будет развиваться. Есть договоренность, что политех придет в Кингисеппский район для ребят с техническим образованием. И уже будут готовить целевым образом специалистов для будущих предприятий. Не случайно это сказал, на самом деле очень важный для района такой прогресс, да, такой шаг в будущее устойчивый, чтобы и ребята могли тоже планировать свое будущее, не уезжать куда-то в города, а наоборот возвращаться сюда и работать, и получать достойную заработную плату. А что на сегодняшний день сделано, какие сейчас работы ведутся? Вообще со сроками по этому контракту? Основная работа сделана, осталось, все подготовительные работы проведены, осталось нижнее, это набивное и фанатка фонарика. То есть плитка уже уложена, осталось набивное накрытие, парковка там? В процессе. Колосники в печке поменены взамен вышедших уже из строя полностью. Парная освежили в полном объеме, согласно Санпинов, нормативов, все сделали. В ближайшие дни уже все запускаем. Хорошо. Все работает. Все готово. Мы сегодня проехались по всем объектам, которые у нас находятся в программах, где ведутся работы, активно ведутся. Я думаю, что все вы посмотрели о том, что основная часть работ по благоустройству уже выполнена. Сейчас наши объекты находятся на завершающей стадии. В ближайшее время, я думаю, что, как подрядчик заверяет, основные работы все будут у нас завершены. Также было сказано о том, что на следующей неделе у нас начинаются работы по установке заглубленных контейнеров. Новые контейнерные площадки будут появляться в Вангороде в текущем году. В следующем году мы эту работу завершим. Все площадки будут современными, все будут отвечать всем нормативам.
Тем самым это опять-таки ложится в концепцию благоустройства нашего города, создания комфортных современных условий для жителей и гостей. Мы сегодня не были на променаде, но там на сегодняшний день идет подготовка к большим бетонным работам, ждет подрядчик поставки материалов, арматуры для того, чтобы, в общем-то, уже начинать отливать подпорные стенки. Темп, по мнению специалистов, которые контролируют реализацию международной программы, достаточно хороший. Белее следующего года мы этот объект завершим и запланируем уже ряд мероприятий в рамках празднования Дня города уже на обновленном, на новом променаде. И я думаю, что это очень серьезная станет точкой для развития Ивангорода и для путешественников, которые пересекают границу, ну и, конечно же, для горожан.